Всем привет! Сегодня я получила посылку, хочу сделать на нее обзор. Сейчас я ее открою. Это ивановский текстиль с сайта Василек. Очень много интересных товаров. Надеюсь, вам тоже понравится. Вот что мне пришло. Все покажу. Это такие домашние тапочки. Это мне ребенок заказал. Дочь, она у меня взрослая. Вот такая прелесть. Мне всегда такие тапочки очень нравились. Всегда их хотела ей купить. Но вот она сама у меня попросила. Я ей взяла. Очень симпатичные вот такие собачки. Там, в принципе, очень много как бы разных. И собачки, и не собачки, и цвета разные. Мы взяли конкретно просто под халатик. Вот такие платочки. Они два, ну, практически одинаковые. Дочь у меня взрослая, повторю, ей 18, поэтому она за модой очень следит. Сказала, что сейчас это, ну, очень модно. Она взяла себе вот такой черный платок. Честно говоря, не понимаю, мне кажется, такие рисунки, такой орнамент, он всегда в моде. Не то, что сейчас, а вообще всегда и не выходит из моды. Цветов там тоже очень много. Такая шелковистая ткань, приятная, очень мягкий, но в то же время достаточно такая плотная. И точно такой же, только на зеленом фоне. Это она взяла уже подружке в подарок. Надеюсь, ей тоже все понравится. Колготки тоже. Обычные женские колготки, такие плотненькие. 3D. Кашемировые. Ну, я думаю, в зиму сейчас как бы они всем нужны. Цена прям нормальная такая, поэтому я взяла их на пробу. Это вот такие следочки тоже. Сейчас, знаете, очень короткие носочки носят, поэтому тоже я вот ребенку взяла. Вроде носочков не видно, очень удобно. Такие следки. Вот такой, это как костюм, можно использовать и как ночнушку, и в принципе просто куда-то пойти, допустим, на природу, то есть просто обычный трикотаж, и вот она вот так смотрится вместе. Там просто стоят модели на фотографиях, смотрится очень симпатично. Поэтому мне вот понравилось. Надеюсь, тоже понятно, как это выглядит. Все очень интересно. Такой хороший трикотаж, 100% хлопок. Хотя, мне кажется, здесь эластанчик добавлен, потому что она немножко такая стрейчевая. По фигурке должно неплохо сесть. Вот такую футболочку я взяла младшему. Тоже там и цвета разные были, и картинки были разные. Поэтому я спрашивала, он выбирал сам себе. Вот такие вот машинки. Думаю, любому ребенку понравится. Цвет симпатичный, качество неплохое. Тоже такой трикотаж. Очень мягкая. Хлопок. Колготочки тоже детские, достаточно плотные, то есть в зиму прям, мне кажется, должны быть отлично. Термобелье, тоже хлопок, тоже они такие стрейчевые. Ну, тоже вот на ребенка я взяла, на маленького. А это просто женские носочки. Честно говоря, они мне даже и не нужны были эти носочки, я просто соблазнилась ценой, потому что, ну, носки, мне кажется, всегда нужны, потому что у меня часто брюки носятся, и я, и дочь, поэтому взяла. Просто цена смешная, поэтому грех не взять, они все равно как бы понадобятся. Пока выгодно, надо брать.
Вот такие разные цвета. Хороший стрейчик, тоже все трикотажик. Размер от 36 до 42. То есть вот они тянутся хорошо. Продаются они, кстати, упаковочками по 6 штучек. И последняя вот такая вот штучка. Я уже брала просто наподобие. Это такой покрывало-плед. Можно на диван или на кровать именно сверху застилать. У меня такая накидушка уже есть, поэтому я взяла прям вот даже не задумываясь. Цена тоже отличная была. Это вот одна сторона. Видите? И в принципе можно и такой. Но мне, конечно, больше нравится вот такая лохматенькая. Очень мягкая. Она очень приятная. И так как я просто знаю уже это качество, как бы я вот даже не сомневаюсь ни при стирке, ни в использовании. То есть она не вытирается, с ней ничего не делается. Она мягкая, нежная. Очень приятная на ощупь. И она достаточно большая. В принципе, она подойдет куда нужно. Потому что если маленькая какая-то мебель, то это можно сложить пополам. Ничего страшного. И на большую она тоже подойдет. Но я сейчас обязательно покажу ее уже в таком застеленном виде. Вот посмотрите, как он выглядит уже в готовом виде. Такой застеленный. Причем, вот как интересно, получается, цвет играет. При дневном освещении он такой синенький. При электрическом более фиолетовый. То есть, как бы немножко меняется оттенок. Но повторюсь, это просто вот мой любимый плед. Мне он очень нравится. Кстати, стоит он совсем вообще недорого. Можете посмотреть сами, кому интересно. Цена прям очень доступная. Я его взяла, не задумываясь. Называется он покрывало плед шиншилла 220 на 240. И, кстати, прислали накладную на весь товар, все цены, количество, чтобы можно было сверить, проверить. Надеюсь, видно с печатями, со всеми, все как нужно. Вот такой обзор у меня сегодня получился. Вот все мои покупочки, которые я вам показала, рассказала. Выбор на сайте очень большой. Помимо одежды, там и белье, и текстиль. Ну, все, что хотите, в принципе. Вот кого интересует, допустим, конкретно одежда, можете посмотреть. Там не только детская, там и мужская, и женская. Выбор огромный и по цветам, и по моделям. И блузки, и платья, и туники. Все, что хотите. Все, что душе угодно. И размеры, кстати, мне попадались и 40-й, и 72-й. То есть выбор большой. Кому действительно интересно, можете сами посмотреть. Я думаю, вы тоже для себя присмотрите что-нибудь симпатичное. Надеюсь, мой обзор вам понравился. Всем спасибо. Пока-пока. Мальчик нравится? Да. А кто нарисован? Мамки. Ну, покрутись. Ну, все, хватит. Вот такие у нас обновки, вот так они выглядят. Тапочки и костюмчик. Ну, отлично сидит. Прям хороший костюм.